Дорожче. Можно объяснить, где украинские находятся? Украинцы находятся вот на РЛС, буквально там 400 метров от нас. И украинцы находятся в 40 метрах от нас, в новом терминале. Где-то порядка 100 человек, возможно, больше. Ну, взлетку они не контролируют, ничего не контролируют. Пытаются там вести какие-то беспорядочный огонь по нам. Ну, можно сказать, что терминал находится полностью под нашим контролем. А нахождение в новом терминале – это вынужденная мера. Мы придерживаемся договоров, Минских соглашений, и поэтому как бы, ну, находимся. Они здесь еще пока находятся, лишь поэтому. Вот и все. Спасибо. Нет, так проходить можно. Хорошо. Мы здесь расчистили, вот поставили огневую позицию. Потому что 5 числа этого месяца я был на втором этаже, вот там за утесом, и ранило. Прям танк лупил. Ты сам ранен из танк лупил? Да, танк ударил и прилетело прямо на позицию. И меня ранило. Да, я вижу, лицо у тебя. Лицо, рука, нога, осколки. В руке и в ноге по одному осколку осталось. По земной. Гризли. Гризли, можно объяснить вашу историю? Вы ранил был, да? Я был ранен 5 декабря. Получается, я 4-го приехал сюда в аэропорт, сделал генератор, ну, там я соображаю немного в генераторах, пил и все как положено. Как должен знать простой боец, все, что ему нужно. И ночью отстоял на позиции, утром пришел на позицию стоять, мы собрались укреплять ее. И чуть-чуть не успели укрепить, и выехал танк. Командир рассказывал, и начал просто-напросто бить прямой наводкой по нам, по терминалу. А сколько времени тебе в госпитале? Я был 2 недели в госпитале. Ну как, я не в госпитале, я был в расположении, потому что привезли меня в травматологию и сказали, осколки мы доставать не будем, они сильно маленькие. У меня они остались, один в руке, вот. Еще осталось? Да, дырка. Один в руке остался, 3-миллиметровый осколок, и в ноге один, 2 вытащили. Вышли с гноем. А как это, возвращаться на передовой после ранения? Нормально, я наоборот сюда просился, я даже не долечился, я говорю, выписывайте меня, здесь скучно лежать. Хотелось на передовой опять, но с перемирием не получается отдать долг. Потому что я ж не такой человек, мне надо вернуть долг. Сколько тебе лет? 20. А как тебе по профессии до войны? Я сварщик, я только вот в этом году закончил училище, зимой. А сейчас на передовой? Да, а что, им здесь делать нечего. Это наша земля, пусть отсюда валят, по-хорошему, или будет по-плохому. Спасибо. Просто им здесь делать нечего. Так, они этого не понимают просто. Если не хотят уйти сами, мы их заставим. Главное, чтобы не было этих перемирий, ротаций войск и всего остального. Потому что вот сейчас перемирие, они завозят сюда свою технику, пополняют боекомплекты и перевооружают войска. Это мы замечали не раз. Ну, я вот только вчера приехал, но мне уже рассказали. И как бы это не сильно радует. То, что они могут опять здесь разнести все. Просто все. У нас только автоматы, ну, так, мелкокалиберное орудие. И вот, стоит. А ты там ждешь наступления от украинской стороны? Да мне без разницы, пусть наступают. Пощады не будет, пленных не берем. Потому что они не нужны, пленные. Как они... Как я только пришел в ополчение, ехали на выезд. Попали, получается, 1 октября. Да, 1 октября нас перенесли первый звонок с сентября на октябрь. И ехали в автобусе женщины, дети. Они ни в чем не винные. И попала возле автобуса мина. И они просто сгорели. За это какое им прощение может быть? Какой плен? При
при попытке к бегству, и все, расстрел на месте. Плена здесь, ну, никак не совместим. Потому что, ладно, мы взяли оружие, да, потому что мы защищаем свою землю. А при чем здесь женщины, дети, дедушки, бабушки, при чем? Они этого не понимают, они просто бьют по мирным кварталам, по мирным жителям, там, где войск вообще никаких нету. И погибают мирные жители. Вот это вот, что они отвели свою технику на 30 километров или сколько там. У них есть лучше, что летит на 70 километров. И вот результат. Они просто бьют, и оно летит в город. Но зачем это? Я не понимаю. Они завязали эту войну, но развязывать придется, наверное, нам. Спасибо.